И вы на канале Анютка Малютка. И сегодня у нас рулетка челлендж. Правила таковы. У нас будет 10 раундов. И, например, Аня крутит первую рулетку. Ей попадается лол. Аня берет лол, открывает его. Потом кручу я, например, мне попадает лего. Я открываю лего, и мы так продолжаем. Всего 10 раундов. И мы начинаем. Я начинаю крутить первое. Мне попалось лего. Я беру пакетик. Мы приготовили ножницы специально. И открываю. Лего выпустила к 40-летию своей компании. Я хочу себе такую кошечку. Мини-фигурки. У меня единорог. Самые лучшие мини-фигурки за все 40 лет вот они выпустили в этой праздничной коллекции. Аня, крути. Бимбузл! Анюта выбирает бимбузл. Ха-ха, он вкусный. Нет, наверное, могут быть. Знаешь, с каким вкусом? Я-то знаю. Что это может быть, Маша? Это рвота, либо персик. Рвота или фу. Персик? Фу, что? Это рвота. Ой, фу! Воняет теперь. Я кручу рулетки, у нас 3-й раунд. Пожалуйста. Лол! Лишь бы нам не попалась повторка. Это золотой шар! Это попадается в золотой шарик? Может быть, это не точно. Золотой шар! Это значит, что нам попалась какая? Блестящая глиттер? Да! У нас нет таких, да? Нет! Да. Давай, Аня, открывай! Золотой песок? Это может быть пчелка! Слушайте, ну вообще может повезти, офигеть! Аня, быстрее открывай! Ой! Быстрее, пчелка! Это собачка, подождите! Собачка, собочек? Это кто? Подождите, это пчелка! Нет, по-моему, пчелка, это же кошка! Вот у нас вот такой щеночек попался, к нему шла вот такая, вот такой совочек, бутылочка, песочек, он с глиттером. И это хозяйка нашего питомца. И вот мне это вообще понравилось. Классно вообще! Желтый ран, я кручу. Они тоже попали. Давай, бери, какой ты выбираешь? Хорошо. Смотрим подсказку. У нас была такая подсказка. Flashback Friday. Нам желтый. Не помню. Давай, Аня, сразу питомца открывай. Я не хочу смотреть. Давай, Аня, давай, открывай. Открывай. Нет, не повторка! Еще одна у нас кошечка! Ну, такой нет, да? Да. Похоже на настоящую кошку, да? Давай, открывай пакетики, да, маленькие. А у меня вот такая кошечка. Аня такая, да. С пакета молока. Итак, 5-й раунд. Я кручу. Блин!
беленькую. Давай, давай, что это, что? Кокос! Кокос! Вообще это могло было быть мыло. И шестой раунд. Поехала, Вика. Сейчас будет... Бирбузы! Давай, Анютка, выбирай. Что тебе? Это кокос. Тоже кокос? А вы уже хитрите, уже знаете, какие выбирать, да? Кокос? Или не кокос? Не кокос. Что это? Рвота. Опять рвота? Нет, это не может быть рвота. Это либо мыло, либо это кокос. Фу, дай-ка мою шалфеточку. Я кручу. Конфета! Конфета выбирает Маша конфету. Это нельзя. Что ты выберешь? Это нельзя все равно. Почему нельзя? Вместе будете сейчас пробовать, открывать и кушать. Хотя не, я хочу бананы. Вот такие желейные бананчики. Открываем. Аня, держи. Маша добренькая у нас Аню угощает. Ну как? Вкусно? Да. Банан. Да, прям настоящий банан. Восьмой раунд. Анюта крутит. Лего! Лего! На, Аня, держи, давай. Мне никогда не попадалось в Лего. Давай, Аня, режь. Давай я тебе порежу. Мне попалось пульт. Дайте кетчуп. Ракета! Вот. Ракета Бэнг. Еще один золотой шарик! Золотой! Смотри, нет, сначала маленький, давай пакетики. Сначала маленький. Давай маленький какой-нибудь пакетик. И мы сейчас поймем. Какая же! Какая же она редкая, в общем-то. Ну, это теперь Анюткина будет, да? Щелка! Щелка золотая Ане попалась. Супер-пупер, супер-пупер. Аня, крути! Давай, Анютка, шарик. Какой-нибудь аксессуар, уже будет понятно, у нас есть такая или нет. Нету, у нас нету. Нету такой, да. Нет, есть! Все, я обиделась. Открываем, смотрим, кто попался. Вау, а такая у нас есть? Да. Малышка, да? Нету. Нам попалась вот эта собачка, и у нас такая. Смотрите. Уже есть. Вот такие нам попались Лол и Лего. У нас две повторки. Да, у нас две пчелки-повторки, но... У нас вот эти тоже повторки, но есть одна, которая не повторяется. И поставьте лайки, подпишитесь на наш канал. И в комментариях напишите, были ли у вас повторки любых игрушек, и напишите каких. Пока-пока!